доверяем. Хоть в вагоне можно слушать. А где Валера? Кто вообще знает? Пошли 30-е дни нашего пребывания здесь. Мы не знаем, где Валера, он ушел на первый день. Люди, спасите, дайте позвоните! Это не Валера. Наталья, Наталья! Наталья от голода перепутала мужчину с женщиной. Не то, чтобы я сильно хочу есть. Здравствуйте, я боюсь.